Доброе время суток, уважаемые зрители. Сегодня у нас, как вы догадались, очередной анбоксинг посылок. Ну, скорее всего, что это монетки. Это мы видим, пришла из Голландии, из Нидерландов посылка. А это из Латвии. Ну, начнем с голландской. Что они сюда за место монеток, чтобы поинтереснее положили. Да? Шутка. Ух ты! Смотрите, какая красота. Первый раз такое получаю красиво. Интересный пакетик. Какая прелесть. Здорово. Постараюсь аккуратно срезать монетку. Это советская монета, 1 рубль. И эта монета была выпущена к Олимпиаде. Олимпийский факел. Ну, я монеты в холдерах не держу, поэтому, наверное, сразу мы ее положим туда, где ей место. Монетка, видно, была чуть-чуть. Ну, не знаю, была ли она в обращении, но хранили ее точно не в капсуле. Что мы видим, немножко она все-таки есть пятнышки. Сейчас я достану свой альбом для этих монет. И нажму нужное место. Альбом. Уже показывал, как я его получил. Вот, ну, и здесь мы видим, у нас есть пустое место. Собственно, сюда эта монета и пойдет. Вот. Потом я уже сделаю обзор, когда монет будет побольше. Кстати, вот это я тоже жду монетку на дня. Заказал. Может, кстати, это она и пришла. Тут у нас чуть-чуть монет есть, но тут, конечно, поменьше, побольше не хватает. Ну и клеточки. Потом я сделаю обзор на это, но, по крайней мере, эту страничку почти закрыл. Факел пришел. Такой альбомчик с монетками. Положим его обратно в ящик. Ну, давайте посмотрим следующую посылку. Эта посылка пришла из Латвии. Была прикреплена декларация. На таможне проверяли, что именно мне послали. Ну, кстати, таможня была не израильская. У меня раз была, но израильская таможня застряла больше, чем на месяц посылка. Долго проверяли, мне пришлось звонить. Это была латвийская. Ну, не знаю, насколько там. Ну, кстати, на несколько проверяли, которые ждал. Ну, так у меня сегодня день советских монет. Давайте тоже это сразу положим. Зря прятал альбом. Должны мы так и сюда. 50 лет советской власти. Значит, отсвечивает кнопка. Кстати, может, у кого-то есть какие-то идеи по поводу света для съемки? Поделитесь советом, кто как решает проблему с бликами. Меня, по крайней мере, блики чуть-чуть мучают. Так, я заказал тут, видите, три монеты. Такая монета у меня уже 20 копеек была. Вот. Она у меня есть. Просто там лот продавался из трех монет. Он был дешевле, чем покупать две эти монеты по отдельности. Поэтому, в принципе, я заказал. Теперь у меня есть одна запасная 20-копеечная. Вот они 15 копеек пришли.
десятый год. Поставим на место и полтинничек. Сказал 50-й год, 50 лет. Вот это 50 лет советской власти, 50 копеек. 67-й год. Это с Ленина. Вот, похоже, у них дизайн. Рублевые монеты, 50-копеечные. Легли. То можно будет аккуратно пройтись тряпочкой, полирнуть сверху. Ну вот, все. Эту страничку заполнили. Я еще заказал пустые места. Вот здесь и здесь. Здесь я тоже все так разверну. Это будет видно. Вот. Заказал сюда, сюда еще. Мне это должно прийти скоро. Ну и потом по чуть-чуть, я думаю, я эти тоже дозакажу. Остальные заполню, если бы. В принципе, это цель, которую можно решить. Почему? Потому что Советского Союза уже нет, монет больше не выпускают. В принципе, дело времени и денег только. Ну, а эти 20 копеечек я положу отдельно. Может даже капсулу, не знаю. Вот такой был сегодня анбоксинг. Если вам видео понравилось, было интересно, как и мне, поставьте лайк. Если есть какие-то вопросики, задавайте, с удовольствием вам отвечу. Ну и кстати, там красивый конвертик. Прислали с украшением. Красиво. Они из дерева сделаны. Как пугается. Вот. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. До свидания.